Добрый день, друзья! С вами опять Петрович. 3 мая. Сегодня у нас был заморозок небольшой, около ноля. Занимаюсь, с утра начал расстановку малины. То есть, чем я занимаюсь и что я делаю. Посмотрите, вот наряд. Вот просто на этом ряду вам покажем. То есть, смотрите, какая изначально была ширина ряда. Прежде чем сделать расстановку, я сперва делаю, сам ряд формирую. Значит, отбиваю бока, выдираю руками это все дело. Значит, делаю его примерно 45-50 сантиметров шириной. Значит, я отбил бока, выровняли все. Ряд у нас обозначен. И потом, после чего, начинаем прореживать. Оставляем на погонный метр до 20 штук покаместь. То есть этап один. Отбиваем края, повторюсь. Делаем ряд. Расстановка. 20 штук на квадратный метр. Что в итоге получается? Оператор за мной. Ну вот, вот так вот уже вот готовый ряд выглядит. Примерно вот так вот. Это предварительно все сделано. Почему? Потому что крапивка все равно еще лезет. И поэтому... Еще будет еще один разик. Будем еще прорежать. Расставлять еще будем примерно где-то через пару недель. Те, которые они разные, вот возрастные остаются. Я оставляю так, чтобы примерно какой-то там более-менее шахматный порядок был по побегам. Значит, лишку потом еще вот раз вот пройдемся и уберем. Значит, разновозрастные. Через 2 недели они будут все одного размера. Для чего это делаем? Идет жара, дождей нету. То есть с завтрашнего дня вот сюда же кидаем ленты. Стелиться будет 3 ленты на ряд. Три ленты. Одна, значит, с одной стороны лента будет. Вторая лента с другой стороны. И третья четко по центру. Ну, проведем ее между растениями аккуратненько. Будет 3 ленты. Значит, до сегодняшнего дня у нас что здесь, что мы делали с малиной? С малиной, значит, было у нас 2 биологических обработки фунгицидом компании Бионоватики. Значит, потом что? Стимуляция роста и 2 обработки инсектицидами. То есть макушка вся целая, все целое, потому что лед начинается наших мух, бабочек и всего остального. Гусеница отсутствует пока. Макушки наши не крутит, не жрет. Основное внесение мы делали раньше. То есть вот сейчас надо поливать, уход и вперед. Вот такие вот мероприятия делаем. Вот с утра начал, 1, 2, 3, 4, 5 рядок только заканчиваю, руки уже отваливаются. Я так думаю, что девочкам, женщинам это делать тяжеловато, руками дергать, но и все равно надо стараться поддергивать, где ну вот не выдирается, уже подрезать либо секатором, либо еще чем-нибудь, ножницами. Но стараться надо выдернуть, оторвать почку, чтобы меньше в ряду было поросли. Тяжеловато, да, вопроса нету, руки болят. За целый день сегодня, конечно, подустал немножко, надергался. Ну, в принципе, вот такой вот информейшн. Первая подкормка, значит, с фертигацией у нас по капле будем давать равновесную форму 20-20-20 хакафос из расчета примерно где-то в районе 20 килограмм на гектар. Первая подкормка будет. Потом плавно переходим на нитрат кальция. Ну и по программе дальше поедем. Будем смотреть по погоде, что, чего, как. По листу, значит, будет обработка еще магнием с добавлением микроэлементов, таких как железо, цинк, марганец, бор. Это вот первоначальная стадия. Ну и за азот не забываем. То же самое. Будем давать еще в каплю азотик. Азотик будет нитратная форма. Вот нитрат кальция.
и будет аммиачная селитра. Ну, такие мероприятия на ближайшую неделю. Так вроде получается неплохо у меня. Все хорошо, все нормально. А, еще что. Междурядье сейчас еще раз пройду легенько за мотоблочу. Не глыбоко, не глыбоко. Пройдусь вот эту нашу соломку, взерошу немножко, чтобы дать кислорода еще до корневой системы. И растения будут наши расти и кайфовать. Ну, в принципе, пока вроде бы вот такие мероприятия мы творим. Творим чудеса. Всем здоровья, всем удачи, больших урожаев. До свидания.